Всем привет! Всем привет! Всех сегодня с праздником! Сверхным воскресеньем! Пусть будет у всех много здоровья, счастья! Самое главное, мира и добра! Да. Мы специально встали напротив такого красивого кустика. Мы вчера хотели здесь начать ролик. Но у нас всегда здесь, с этой стороны, всегда солнышко, всегда все распущенное. Очень красиво. Сегодня, и зеленое, и весеннее. Сегодня отмечают день взятия Кёнигсберга. Ты, как всегда, все заранее, все карты раскрыл. Ты хотела это сделать сюрпризом? Я хотела сюрпризом. Я просто хотел сориентировать, что мы сегодня будем снимать. Мы хотим доехать до башни Дона, то есть это бывшая башня Дона, музей янтаря, потому что, это как бы годовщина очень важная, событие вообще для города Калининграда, Калининградской области. Его у нас отмечают везде. Почему? Это все так считают? Мы сейчас приедем, посмотрим. Может, там даже и ленточек нету. Всегда есть. Залезли, повесили флаг. Красный флаг есть всегда. К сожалению, я вам скажу, что если даряться подробности, я Марине уже сколько раз говорил, по всему городу, где стоят танки наши советские, их перекрасили в такой серый цвет. И, без опознавательных знаков. Без опознавательных. Короче, красных звезд уже нету. Может быть. Да, потом я где проезжал? На Нарской проезжал даже. Там, скажи мне, братская могила тоже с тех, которые погибли за взятие. И на них все таблички висят. И как так красиво сделали, что это красная звезда, и в ней вставлен орел двуглавый. То бишь, вроде как бы это самое. Короче говоря, не советским войскам, а уже, понятно, российским каким-то. Дорогие друзья, вы не отключайтесь, потому что это не основная тема нашего ролика. Просто сегодня так совпало, что два таких важных события. Это вербное воскресенье и день взятия Кёнигсберга. Поэтому, этого, мы поедем еще кататься в интересные места. Главное, чтобы день взятия Кёнигсберга прошел не зря, да? Как день взятия Бастилии, да. Поехали, мы едем в Александра Невского. Город расцветает прямо на глазах. Кустики зеленеют. Цветочки. Цветочки появляются в травке в этой газонной. Конечно. Травка зелененькая, прямо свеженькая. Смотри, какая лесть. Да. У нас, короче говоря, нету переходного этого процесса зима-лето, да? Практически. У нас только по температуре, одному режиму. Все равно деревья еще пока не очень зеленые. Хочется еще больше ярких красок. Высадили во многие клумбы анютины глазки, разноцветные, очень яркие, украшают город. А тот мавританский газон, который на кольце Горького Гайдара и на месте остатков королевского замка, пока еще не зацвел. Зато посмотрите, какие у нас желтенькие кустики. Акация. Нарциссы, по-моему. Нарциссы. Да. Вообще город зеленеет на глазах. Да. Конечно, есть многие места, где требует прям внимания. Но по сравнению с другими регионами. Наверное, неплохо, да? Очень неплохо. Напишите, как у вас в регионе. Да, проходит весна. Ремонтные работы, очистительные. Угу. Кстати, 8 апреля я слышала, сегодня, вчера, был городской субботник, но как-то мы ездили по городу, не заметили особо. И у нас во дворе ничего не проводили такого. У нас, кстати, запустили уже уборочные машины. Которые в летнем режиме работают, то есть поливают, моют улицы. Да, пылесосят. Очень, кстати, хорошая идея. Не, машины сами по себе очень неплохие. Ты вот была на Богатырской же. Угу. Вот, и на Богатырской даже проезжала эта моющая машина. Да? Да, это вроде как бы вообще часто. Это значит, не только по центральным улицам ездят. Сектор. Хотя я не вижу здесь, что прям было. Вот видишь, обочина-то грязная. Не убранная. Вот. Сейчас дойдем, посмотрим, что там происходит. Смотрите, какая красота у нас. Естественный газон. На который не надо миллионы, да? А вот мои девчонки естественные. Привет, как ты? Привет. А папа уже убрал. Еще дубали. Еще раз привет. Привет. Ну что, идем? Да. Надо флажки взять. Военно-морские. Смотрите, только выключился.
Вот это вот естественный газон. Да? Нарциссы правда цветут, ты посмотри. Это самое, на башне-то не видать флага? Да, на самом деле 9 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта штурмом взяли крепость и город Кёнигсберг. И вот на этой башне Дона был установлен красный флаг. И каждый год у нас это событие отмечают активисты в форме солдат 1945 года, советских солдат, изображают и сценируют как бы вот этот именно штурм и помещают флаг. Не знаю, может, забыли? Я читала, что перенесли на завтра, на 10 апреля, почему-то на понедельник. Да, пока во многих фортах будут, да, странно, они, говорят, да? Пойдут и спокойно флаг повешивают. Во многих фортах проходят реконструкции, какие-то фотозоны организованы, экскурсии. Тоже почему-то 8 апреля во многих прошли, не знаю, как-то вот растянули чуть-чуть празднование. Смотрите, какой у вас красивый газончик. Ромашки. Что там про площадь Василевского? Командование этой операции было поручено маршалу Василевскому, именно поэтому вот это место называется площадь маршала Василевского, ему установлен памятник в центре площади. Ребята, извините, оговорилась, памятник у нас стоит Александру Невскому здесь, потому что как бы начало улицы, Александр Невский — это тоже важный деятель в истории Кёнигсберга, Калининграда. Так-то на самом деле должны были это назвать не Василевского, а Невского. Ну, улица Александра Невского. А площадь маршала Василевского. Ну, да. Ладно, нормально. Вот. Здесь уже на площади, где памятник неизвестному солдату. А, высадили. Анютины глаз. Посмотрите, какие красивые. А цвета просто сразу. Конечно, могли бы почаще. Но все равно уже классно. Смотрите, как здорово. Да, придают городу какой-то такой нарядный цвет. Нарядный немножко. Нарядность, да. И весенность. Желтый, смотри, какой красивый, прям пушистики. Да. И главное, анютины глазки крупные такие. А? Смотрите, особый какие крупные. Сорт. Класс. Ну что, сегодня чудесный день. Конечно. Мы хотели поехать к морю, но подумали, что, наверное, все-таки все, от моря... Все захотели к морю. Ну, во-первых, все захотели, а во-вторых, мне кажется, от моря прохладно. А хочется вот окунуться вот в это тепло, которое в городе сейчас. Ну, да, поэтому мы решили классно. Поехать в парк, пока не скажем в какой. Оставайтесь с нами, узнаете. Да, очень, конечно. Может, свой на было флаг какой-нибудь поднять? Ну, его поднимут завтра. Мы поторопились. Показать вам. Но просто завтра рабочий день, мы, к сожалению, не сможем осветить это событие. Ну да, но сегодня так-то как раз тот день. Да. Ладно, мы сейчас дойдем до самой башни Дона. Слушайте, восьмой год живем в Калининграде, а балбесы, да? Вот он, памятник Василевскому маршалу. Василевскому. Да. Поэтому никакому мне неизвестному солдату. Ну видите? Потому что никакой информации в интернете. Да как-то вообще. По карте. Молодцы, видно, что сегодня, наверное, был какой-то небольшой митинг или воинской славы, потому что возложены свежие цветы. И вот такая красивая инсталляция 9 апреля 1945 года. Ровно через год, в 1946 году, 7 апреля, образовалась Калининградская область. Ну, поэтому, да, это важное событие. Как-то его так незаметно отмечают, в общем-то, да? По домам. Да. Каштанчики, смотрите, как уже... Полезли красиво. Так, ну, май — это время цветения уже каштанов. Вот они набирают силу. Май, июнь. Так, со спины не надо говорить. Я говорю, так... май, июнь будут уже каштаны цвести, поэтому они силу набирают. Ну что, флага нету, гонима нету. Ну и ладно. Ну ладно, не сегодня, тогда завтра. Главное, что мы помним. Главное, чтобы зеленый флаг не повесили какой-нибудь. Да, здесь атмосфера все такая хорошая. Мне нравится, прям. Да? Да. Здоровская. Саша всегда говорит, мы когда с тобой начинаем снимать видео, куда-то едем в интересное место, я всегда начинаю любить Калининград еще больше, да? А когда дом работа, и кажется, какая разница, где живешь, да? Не знаю. Давай я матушку еще сфотаем. Просто мне это... Оба, аккуратнее, девчонки. Это потому что серьезно. Бабушка Марта. Она еще это, мерзнет.
Кто-то подарил ей шарфик. Вот новые трамваи наши. Корсары, да? Да. Корсары. Работают. Корсары. Ну, сам по себе Литовский вал тоже интересное место. Да вообще Калининград такое интересное место, что как потенциал раскрыть полностью вообще невозможно, да? Это точно. Да, особенно летом. Вот у меня, кстати, столько уже этих идей еще появилось, куда ходить. Здорово, но не сегодня. Не сегодня. Просто когда зима, уныло, серо, холодно, мерзко, как-то и не хочется из дома выбираться. Ну, даже когда солнце... Даже в Калининграде... Да. Есть такая проблема все-таки. Все-таки зима у нас есть, только она малоснежная, но такая же противная и долгая. Ну, дело даже не то, что противно, вот эта серость, когда нету солнышка, даже снимать некрасиво просто. Кадры получаются. А сейчас солнце, прям хочется гулять и гулять, находиться на свежем воздухе на улице и кутаться вот в это тепло весеннее, да? Хочется, чтобы нас смотрели наши подписчики и новые друзья, что мы рассказываем, показываем Калининград в красивых красках. Это точно. И чтобы влюблялись именно в Калининград, а не в ЖК и возможность посещения когда-нибудь через десятилетия Европы, да? Королевские ворота. Дело не в Европе, а именно в Калининграде. Сам Калининград очень тоже красивый по-своему. Ой, что-то мы не успели проскочить. Не проскочили. Конечно, наши все места в основном. А ты вот так хочешь, да? Ты можешь там чуть-чуть пушу-пушу. Ай, город красивый, люди нервные, да? Воскресенье. Ой, успела вот туда чуть-чуть. Снимать туда. Вот эту машину? Да вот ты говорила про уборочную. Видите, как моют. Да. Это именно моющая. Улица моет. Гагарина улица. Видите, Гагарина отмывают, чтобы приехали к нам туристы и сказали: нифига вы тут жируете. Вот чистоте, вы тут, да? Живете. Да, да, да. Ну вот, мы движемся в Гурьевск. Уже в Гурьевск? Да. Пятерочка выручает. Тут пятачок. Новостроев. Новая гимназия. Новые домики. И вот этот. Мне нравится вообще скопление улица, то, что так широкие, вот эта улица такая стала. Да. Ну и расстояние, может, из-за того, что поля еще не застроили. Не знаю, мне почему-то нравится сам по себе Гурьевск, потому что он небольшой городок, практически пригород Калининграда, можно сказать, часть ленинградского даже района, да? Ну, нет, здесь комфортно. И очень зеленый он такой. Многоэтажек больше, наверное, все-таки то, мало. Что нету вот этого всего. Печально, конечно, что центральный парк поделили на две части, и несмотря на то, что они затеяли строить физкультурно-оздоровительный комплекс, пусть даже хоть с ледовым катком, хоть с чем, но парки, все-таки парки могли вот там в поле его сделать, да? Да, да хоть где, за Гурьевском, там столько мест, вот, смотри, стройка. Они здесь, да. А то, давайте в парке. Парк-то не нужен, зачем им парк? Там никто не ходит, животных кормить нечем. Да, да, да. Давайте их снесем, раздадим в зоопарк. Вот так вот все и произошло. Парк-то вот сейчас проезжает, мы вот забор уже видать. Колоритный такой городочек, не знаю, уютный, хороший. У нас много подписчиков из Гурьевска. Всем им привет! Может быть, даже кого-то сегодня тоже повстречаем. Полянки, смотри, какие все в цвету. Желтенькие. Ну вот посмотрите, видите, какие деревья вековые. Они историю всю видели, да, этого места. Сейчас скажут, да, они же опасны, они же могут упасть, они же там гнилые. Да ничего не скажешь. Как вон плитку, этом? Видите, снимают. Да им уже всю сняли, там уже все копать начали. А где павлин? Все, павлинов дочь больше не будет. Тоже. Вот оставили маленький кусочек, вот это вам под парк. Развлекательный центр. Остальное, я так полагаю, будет. Очень грустно, что у нас администрация думает только о том, на чем бы заработать. Да. Как будто никто здесь жить не собирается. А видите, как уютно все-таки городочки. Летом вообще очень зеленый, очень красиво. Сейчас все распустится, будет сильно зелено.
что проезжали мимо красивого кафе с нарисованным чебуреком, да? У нас девчонки чуть-чуть проголодались, они на улице бегали все утро, такая погода. И мы их забрали с улицы и повезли. Так что пойдем посмотрим, что там за чебуреки. Лера, смотри, какой чебурек. Вот такой, усатый. Лера, смотри, смотри, какая вкуснятина. Это вот одна порция. Короче, чебуреки от 120 до 170 рублей разные. С говядиной, с курятиной, с сыром, с ветчиной, еще с чем-то. Очень вкусные. Жарятся при вас. Да, и компотик 30 рублей стаканчик. То есть... Короче, как будто в Белоруссию заехал. По пути в Гурьевск. Недорого. Леса все в цветах, да? Ой, красота вообще. Поляны бело-желтые. Все-таки, наверное, газончик-то сюда расселяли маленько. Рассыпали? Ну а как, не может же просто лес в цветах. А почему нет? Не знаю, как-то же они расплодились, или может отдельно семена? Надуло. Надуло не может. Вот правильно, туда к храму. Можно и в храм зайти при желании. Мы в прошлом году в этом храме тоже были с тобой на вербное воскресенье. А, ну да, водичку-то. Да, да. Да. А у нас водичка-то есть? Есть. Давайте вон водичку-то выльем. Ну что, где моя телеведущая? Вот мы приехали в Гурьевский парк. Парк сензитивного развития. У нас было видео подробное, поэтому сейчас показывать не будем особо много. Просто хотели где-то погулять в хорошем месте. Ты заходить будешь как обычно или как папа и мама? Как папа и мама. Давай попробуем. Интересно, мои пропорции сейчас войдут? Не знаю. Ну слушай, здесь можно боком. Видите как? Это сразу отсеивают по параметрам, да? Да. Кого не пропускать. Прокомментируйте, у вас в это время сейчас такие же парки? Да. Зеленые. Парк интересен тем, что здесь очень много всяких разных аттракционов, скажем так, которые направлены на развитие именно каких-то сензитивных чувств, да? Да. Осязания. Звуковой диск. Какие там у нас еще? Обоняние. Слушай, вот честно я тебе перебью, ну, сказочные леса. Да. Да, вы можете, конечно, нас как-то это самое прокомментировать, но, ну не знаю, у меня в детстве таких лесов не было. Низенькая травочка, много цветов низкорослых. Мама, а можно туда? Можно. Пойдем. Смотрите, как красиво. Не знаю. Близко, поближе может лучше будет. Смотрите, какие леса. Это все в лесу. Дико растет. Ну прокомментируй, что это песок пересыпает. Песчаный диск, да. Видишь, как потихоньку надо только, чтобы он пересыпал. Что, Лера? Как что, Лера? Это современный телефон. Это переговорное надо устройство. Было, у них, кстати, маркер есть, можно написать, что это Nokia. А ты человек с этой стороны парка, другой, да. другой. Ну а там нитки тоже. Что тут, зрительный эффект? Зрительный эффект. Кажется, отсюда как будто вращается конус срезанный. Ну да. А на издалека, самом деле это, кстати, просто круг. Да, издалека, эффект, издалека да? лучше видно. Да, да, да. Не знаю, вам видно будет? Вы видите? Будет? Да. Посредине как будто такой конус. И вон это самое, как 3D матрица такая. Блин. На самом деле просто очень хороший парк и приятно погулять. Вот кто рядом живет, наверное, вообще просто кайфует, да? Да, выйти просто посидеть на лавочке, подышать воздухом. Здесь получается, этот парк находится среди жилых домов и ветра практически нету. Все заслоняет. Ну, конечно, деревья еще пока пустые. Вот. Но они такие высокие, уходят в голубое небо. Вот, смотрите, Марин, хочешь покрутить поближе? Вот про что мы говорили, видите? Да, видать хорошо. Да? Вращается диск. Ну вот, видишь, детей надо погулять тоже. Жену выгулить. Ну, парк прям, мы смотрите, сейчас, весь в цветах. Мы сейчас с Сашей рассуждали. Мы вообще часто бываем в Гурьевске, любим Гурьевск. Саша говорит, может быть, нам... Да что ж за...
Кривое зеркало. Ну так вот, мы сейчас только разговаривали о том, что хорошо бы переехать в Гурьевск. Да, здесь по-настоящему очень классно, потому что спокойно как-то на душе. Вот мы любили всегда парк, вот где находится мини-зоопарк. Вот только из-за того, что там можно было просто погулять, и как-то энергетика какая-то там такая положительная. Вы знаете, на самом деле у нас очень мало чего бесплатного. Ты вот приезжаешь в любой городской парк в юность или куда-то, везде какие-то стоят аттракционы, как бы выманивание везде денег. А в Гурьевске много таких мест, где ты просто вот, видать, деревья твою энергетику плохую забирают, наверное, что-то тебе дает другое. Очень приятно, здорово. Но в Гурьевске есть два минуса, из-за которых я, Саша, сказала, надо подумать. Первый минус для нас, у нас школьники, говорят, школ здесь мало, и они переполнены. Второй минус, плохая вода, это правда, прям коричневую воду набирает. Ну что, ты помыть не сможешь? Я не пить, не стирать. Ну, фильтра поставь нормально. Люди говорят, стирают и белье коричневое. Да, ну это фигня, лишь бы вода была. Скважину. Надо без разницы, скважину. Я тебе говорю, лишь бы вода была. С фильтра сейчас любые есть. Ну ладно. Можешь он сочную воду очищать. Хождение в калейдоскопе. Да? Если зайти в центр калейдоскопа и крутиться вокруг своей оси, то можно увидеть многоуровневую реальность. На камеру не знаю, можно увидеть или нет. Давай потом пересмотрим. Ну куда я попробую, выйди. Что вокруг меня еще дети. Марина, главное, вернись обратно. Да. Очень уютненько, конечно, прям. Мы еще были-то год назад. Может быть, побольше осенью были. А может быть, и полтора года. Некоторые дорожки еще доделали, вот этих промежуточных не было. Не было, да. Вон те копали. Помнишь, там же есть дорожка, которая босиком-то надо ходить. Угу. По камням, там, по песку, по этой, по коре. Да. Вот сейчас женщина Кристина туда пошла. Вот, потому что там есть такая для массажа. Вот, еще есть вот здесь водопадики такие, но сейчас они не работают. И вот шезлонги такие вот вы сейчас видите с правой стороны для отдыха тоже. Лежаки. Помнишь лежаки? Позагорать можно. Да, можно позагорать, можно. А там тоже полежать. Как-то установлены цветные пластины, что солнце. Солнечные лучи преломляются в разных цветовых ракурсах. Слушай, мне вот эти вот цветные пластины прям. Они тебе покорили. Ну это просто красиво. Смотрите-ка. Оба. Здесь вот искусственная речка. Я не знаю, ее запускают сейчас, нет, но летом, когда, когда запущено, здесь вот искусственный водопадик делают. Видишь, крутишь крутилку, и вода поднимается и текет. Вот здесь вот такие мостики. Вот так вот, ну, лежачки. Вон там дамба. Архимедов винт. Видишь, как называется, наверное? Вот эта штука, это Архимедов винт. У велосипеда уже лапу оторвали. Плохо, что вот это все ни у кого не на балансе. Но это уже, мне кажется, давно это оторвали. Никто не обслуживает, никто не чистит вот это все. Видите, это же все грязно. Плохо, что делают для людей, не берегут. Вот что плохо. Ну, ты знаешь, а помнишь в советское время, почему телефонные будки эти, телефонные аппараты были металлические, и трассы, постоянно, как не подойдешь, у каждого была трубка оторвана. Ну, их же меняли, согласись? Mm-hmm. Все было железное, и в лифтах, помнишь, были кнопки металлические, потому что их постоянно зажигалкой сжигали. А здесь тоже все сделано. Из металла, из нержавейки. Но это же надо заменять, если вдруг она испорчена. А иначе она не будет терять смысл. А здесь такая композиция, что вот крутить можно эту штуку и заслонять будут эти светофоры и эфиры. Вон Кристина уже один поворачивает. Сидеть. И что, она должна так скрипеть? О, солнышко закрыло, молодец. Вот краска. Ну вот меня. Вот видите, раз спрятался от солнца.
смотрится красиво, да? Не хватает тут цветов побольше, клумбочка. Вот надо было сюда маленько нюхать глазок высадить, да? Чего-нибудь такого. Хорошо бы. Ну, чтобы чуть-чуть цвета какие-то еще были. А так, конечно, видишь, как хорошо, что горожане прям активно пользуются таким красивым парком, да? И у нас одни кебабы, да? Кебабы, знаешь? Не пирожки с капустой, да? Не блинчики, да? Не блинчики, кебабы. Кебабы. Кебабы одни. Капусты, говорит, не надо. Так, мы в тупике. Да. Нам надо выйти на ту дорожку. Или посидим. Да. Давайте посидим, а дети где побегают. Вот здесь вот музыкальная часть парка, да? Ну-ка, сыграйте нам что-нибудь. Вот видите, какой мелофон. Прям музыкальный. Литофон. Мне кажется, мелофон, как у... Написано литофон. Как у Алисы был. Звук интересный. Смотрите, какая граница интересная. С правой стороны весна наступила, с левой стороны зима еще. Ну, да, но цветы-то и вылезли, конечно. Это на просто... самом деле в Калининграде собирают листья не весной, а в зиму. Да. И вот в этой части парка собрали. Ну, вообще во всей части практически. Да, во все отходы. А вот в этой части... А в этой нет. Что-то она может принадлежать другому району. Может быть, а у них нет средств. У них нет средств. Вот видите, вот эта часть парка вся в листве. Ну, я не думаю, что сразу вид другой. В этом году кто-то ее будет убирать. Да. Хотя не знаю, если кто-то смотрит с администрации. А, девушка там у вас одна. Связь есть. Помнишь, ну, может, скинет информацию, видео, видите, какое? Может, уберут листву. Цветоки. Уже смотри, пчелки летают. А? Красиво. И не только пчелка. Не только пчелка. Еще самолеты летают. Здесь что-то не слышно. Здесь не слышно. Ну хорошо. Главное, чтобы что-нибудь другое не летало. Эти кто они? Дроны. Уличный музыкант. Опасно подходить, когда он поет. Ну да. А кто он? Тяжеленький. Да, кто-то же придумал эту штуковину, все, нет? Хочешь поиграть? Сейчас не музыкально. Да. Интересно, не хватает мелодичности. Как могла здесь краска вот так обшелушиться, да? Интересно всегда смотреть, как используют дети все эти конструкции, да? Сразу видно, что русские дети, да? Угу. Да, Марина. О, кто-то поет, слышишь? Хорошо так про сказала, что здесь уже другой вид парка. Конечно. Как будто куда-то в дикий лес пришел. То есть сюда мы зашли, ощущение парка, приятно, красивые газоны. А здесь? Ощущение леса. Да. А может это специально так? Не знаю. Чтоб там ты в парке побывала, за мостом раз ты попала в лес. Видишь, дикие звери кричат. Мне понравилось, в принципе. Начали разговаривать, что наши дети кричат там как бы необычные вещи, да? А кто-то мимо прошел, сказал, хочу борща. Крикнул в трубу. Рысик, ты кого изображаешь? Цаплю? Цапля, замерзшая цапля. Пропустим. Ну что, все ароматы понюхали? Да. Тебе нравится в парке в этом? Понравилось. А что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось крутить колесо и пересматривать пахи. Запахи. Еще экселофон играть. И,
и разговаривать с микрофона. Ну, микрофон, видите, как хорошо. Видишь, как здорово. Иди Кристину догони. Мы пойдем дальше погуляем. Там еще есть детская площадка. А вас уже отпустим. Да. Так да. Что всех спасибо, что с вербным все воскресеньем. Да. Всех с праздником весны. Да. Всех с днем Кёнигсберга. Да? Да. Так штурма что... Кёнигсберга. Всем пока, всем добра. Всем добра. Советский технологий.